Дмитрий, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о компании, которую вы сегодня представляете. Я представляю компанию B2Basket. Мы 6 лет на рынке. У нас два направления, на которых мы специализируемся. Это работа с прайс-площадками и маркетплейсами. Расскажите о главной цели присутствия сегодня на этом мероприятии. Сегодня мы, как и все остальные, мы здесь и доносим нашим потенциальным клиентам информацию о наших новых продуктах, наших решениях, в частности, о наших возможностях по работе с крупнейшими маркетплейсами российскими. Мы являемся технологическими партнерами Озон, работаем с Good, Tmall, Wildberries, LaModa, Озон. Интересно узнать, какие основные тренды вы видите в развитии e-commerce? Мы видим, что история с маркетплейсами, она уже перестала быть каким-то трендом, а это уже свершившаяся реальность. Мы видим, как огромное количество клиентов перетекает из традиционного e-commerce именно на маркетплейсы, привыкает покупать через единую корзину. И мы видим огромный интерес с точки зрения поставщиков и интернет-магазинов, которые к маркетплейсам. И они уже полностью готовы работать и тоже уже видят, что это уже не просто эксперимент или какое-то будущее, а это уже реальность, которая уже свершилась, и с ней нужно работать. Вот. И мы как раз, собственно, здесь и говорим, что мы вас туда приведем, принесем на ручках и сделаем так, чтобы этот канал для вас стал самым лучшим. Прекрасно. Огромное спасибо. Успехов в ваших делах. Да, спасибо. Спасибо. Яком Экспо 2019. Retail.ru. Фирма 1С.